Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео потратить, одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и другие крутые видосы. Ну что, ребяточки, недавно прошел стрим разработчиков об версии 3.1. Геншину стукнуло 2 года уже, это уже очень много. Я играю где-то уже полтора, наверное, ну, как-то так. У Геншина, ребят, много всего нового. Первое, это коллаборация с Кадиллаком. Вы представляете, будут машины с принтом Геншина. Это очень круто, я считаю. Еще много других коллабораций. Допустим, еще есть с одной аниме-компанией. Возможно, будет выпущено аниме с сюжетом Геншина, либо с персонажами Геншина. Будет интересно посмотреть. Ну, а еще также известны нам новые баннеры. В первой у нас половине это, получается, Сайну и Венти. А вторая половина это Альбедо и Нилу. Вот такие у нас персонажи прикольные. Напишите в комментарии, кого будете выбивать. Я-то коплю на Торталью, но, наверное, ну посмотрю Сайна, возможно, выбью его. И еще куча коллабораций с Геншином, новые концерты, в общем, много всего другого. Ну и самое-самое главное, это получение камней истока. Целых 300 камней истока, это почти 2 молитвы. Да, это, конечно, не так уж и много, но... как говорится, в коплении молитв все сборы хороши. Знаете, это вставьте цитаты великих цитат. Ну, допустим, будет так. В коплении молитв все способы, точнее, все... Как я сказала, я уже не помню, в общем. В.А. Вероника. Цитата, цитат. В коплении молитв все сборы хороши. В.А. Мазу. Ну ладно, это уже не суть. Давайте же скорее вводить наши промокодики. Промокодики можно вводить двумя способами. Первый это на самом сайте hoyverse.com, а второй это в самом Геншине. То есть мы заходим, нажимаем Escape и нажимаем, вот здесь у нас настройки есть. На настройки, дальше учетная запись, и здесь есть промокод. Нажимаем получить и вводим сюда первый код. Ну что, ребяточки, первый промокодик у нас выглядит вот так. 3B6R2Y7A. HX9D. Да, сплошной набор букв, точнее символов. Как вы помните, это всегда у нас так после стримов. Погашаем данный промокодик. И отлично, обмен произведен успешно. Теперь давайте скорее заходить на нашу почту. Смотрим, что у нас на почте. И это 100 камней истока и 10, короче, руды улучшения оружия. В общем, да, хороший лут, да. На почту пришло не 500 моры, знаете, а вот, не 300 вообще моры, а вот 100 камней истока, вот это действительно полезно. Ну что, возвращаемся в эту же менюшечку и вводим следующий код. Следующий код у нас идет вот такой вот. GT78YGH7SGVRZ. Погашаем данный промокодик, запоминайте там его, и отличненько, мы его погашаем. Что-то у нас залагало, и обмен произведен успешно. Скорее заходим на почту и смотрим, мы получили 100 камней истока и 5 опыта искателя приключений, короче, опыта героя. Я так его обожаю просто, потому что у меня с ним сейчас небольшие проблемки, ну хотя достаточно много, но я коплю на Торталью, мне надо 500, ну я округлила 500 книжек буквально, чтобы его апнуть до 90 уровня, плюс у меня Чичань 80-82 уровня, но не 90, то есть она возвышена, но не докачана. Ну и последний рабочий промокод выглядит вот так. 2BP9HY6BYF R5. Погашаем его и... отлично, так у нас обменивается, произведено все успешно, да, успешно, да. Заходим и смотрим, мы получаем 50 тысяч моры и 100 камней истока. В сумме мы имеем, получается, 300 камней истока, 50 тысяч моры, 5 опыта героя, еще что? А, ну и 10 руды оружейки. Ну, в принципе, ребятки, неплохо. Активируйте промокодики 300 камней истока и другой лут. Конечно же, всегда будут вам рады и вы им.
А еще, ребяточки, спешите активировать эти промокодики, потому что они, как всегда, работают у нас всего 24 часа, то есть всего сутки, и у вас осталось еще немного. Скорее вводите их. Ну, а на этом, ребяточки, к сожалению, видео подошло к концу. А я надеюсь, вам оно понравилось. Но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайки, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!